Николаевич, по поводу 14 человек. По поводу 14 человек ответа пока еще у меня нету. Точнее, сейчас я расскажу. То есть я получил ответ только пока из ЦИКа Российской Федерации. Мне написали, что мы считаем 14 человек, но они это законно не обозначили, не оформили. То есть они вот их мнение такое. То есть мнение мне не нужно. Я обратился в Государственную Думу. Надеюсь, что Государственная Дума какой-то надлежащий документ выдаст, на основании которого можно не считаем, мы утверждаем.